хочется впечатлений, эмоций, довольны результатом, довольны игрой. Да, довольны результатом, игрой чуть в конце. Вместо 3-0, 2-1, не очень, наверное, приятно. Хотелось бы дома поле бить за победу. А так я просто первый дубль вообще за футбольную карьеру. Я просто честно. На одном стадионе, на одном городе. Каково играть после поражения? Оно сказалось на сегодняшней игре? Да, немножко, может быть, волновались. На игре сказал. Немного нервозно было. При 1-0 тоже немножко иногда давали инициативу, мне кажется. Можно было успокоить. Волнение стало, соответственно, результат. Физически пока не хватает на весь матч, все-таки подсаживаемся, особенно во второй половине. Нет, хватает, просто мы когда 2-0 могли бы, может, больше держать мяч, не обязательно вперед, они уже стали сами, как сказать, команда соперника. Пару раз еще, как сказать, раскатать, пару передач, все, а мы пытаемся обострить, теряем и бегаем, сами силы теряем. Но это со стороны, ну там ребятам тяжело, они на пульсе, конечно, так вот. Спасибо тебе большое, удачи.